уже больше 8 месяцев я нахожусь в Индии, на Гоа здесь. Позади солнечные дни, сейчас сезон дождей. Происходят грозы, ливни, моросящие дожди, которые вот сейчас вы можете наблюдать. Море нестабильно, бушует. Купаться сейчас, конечно же, нельзя. Но хочу сказать вам, кто не был в Индии и на Гоа в сезон дождей, можно сказать, в Индии и не бывал никогда ни разу. Этот период дает нам свежесть, ароматы новых цветов, новых фруктов. Все расцветает, травка зеленеет. Можно ходить в таких прекрасных нарядах, наслаждаться теплым летним дождиком. И все прекрасно. Людей, туристов становится меньше. И нам природа дает новые краски, дает нам новые возможности. Главное уметь наслаждаться любым моментом и вовремя сбежать от такого ливня. Надеть капюшон и ехать в новое путешествие. Берегите себя, не бойтесь трудностей, друзья. Наслаждайтесь этой землей, этим миром.